Всем добрый день, ребята. Это видео сделаем именно для голубого неона. Так, две пары отметалось, третья самочка чего-то не отметалась. Но я увидел у нее одну белую точечку, похожую на манку, может из-за этого. Две пары отметались, икры много, в принципе, ну как много, меньше, чем всегда, чем обычно. Но икра есть. Сейчас я отсажу производителей и покажу, что буду делать дальше. Так, производители я убрал. Сейчас я вытяну сетку и перелью икру. Сейчас я покажу, каким способом я переливаю икру. Сейчас икра немножко сядет, вот, и можно ее выливать. В принципе, можно даже уже сейчас ее брать и выливать. Ребята, как вы видели, я выливаю один раз и резко. Вся икра, которая белая, она осталась на дне. Вот если посмотреть, вот будет видно белые точечки. Вот где вода, вот видно икринки. Да, вот видно так. Вот это уже икринки нехорошие, которые прилипли. Вот у нас получился вот такой объем водички. Я не хочу добавлять абсолютно ничего. Может быть, могу добавить чуть-чуть осмосной воды. А осмосной воды чуть-чуть можно добавить. Сейчас попробуем добавить. Вот где-то так я добавляю воды. По размеру это получается воды здесь ровно 9 сантиметров. Откинем стекло. 8 сантиметров воды. Вот так и оставляем. Через 12 часов, 12-15 часов должна поплыть личинка. Посмотрим, как оно будет дальше. Кому нравится, подписывайтесь на канал. Вот, ставьте лайки. Как только появится личинка, сниму следующее видео.